Это вилла номер 2 на этом проекте. Вот так она выглядит. Здесь бассейн. Он сейчас после дождя, не обращайте внимания. Кстати, здорово, что едет машина. Здесь еще сохраняется строительство, то есть еще ведется строительство вилл рядом. А, это, кстати, воду везут. Это вода вот так ведется. А, окей. Здесь классный вид. Немножко подуставшие лежаки, но ничего страшного. Я уже ходил по гостиным, и гостиные классно выглядят. Они все очень просто, но зато все есть необходимое. Кроме стиральных машин, здесь есть посудомоечная машина, большой холодильник, есть стол на 6 человек. Неплохо сделаны всякие вот такие места для отдыха, пуфики все выносятся туда. Ну, в общем, все достаточно прикольно выглядит. Окей, тут только что виллу убирали, поэтому я буду действовать быстро, потому что мне нужно отсюда уезжать. А вилла находится наверху, поэтому на байке здесь надо ездить очень аккуратно, желательно на машине. Вот, так. Опа! Получается, эта вилла, она двуспальная, и большая территория для двуспальной виллы, это очень хорошо. Заходим, смотрим вторую спальню. Есть шкаф, есть сейф, кондер, вентилятор, телевизор. Заходим, смотрим санузел. Он здесь один на две спальни. Вот так вот. Так, сюда проходим, тоже queen size кровать, кондер, вентилятор, шкаф, гитара. Так, все, наконец-то можно ехать. Надеюсь, я не попаду под дождь. Так, ну, в общем, впечатление следующее. Простая вилла с приватным бассейном. Thank you very much. С огромной территорией, все очень зелено, все очень круто. Посмотрите, как здесь все выглядит. Вам нужна машина, машина бодрая, чтобы здесь себя хорошо чувствовать. До пляжа минут 10 езды, до Чевиндоя, до всяких Теска, центров фестивалей 20 минут езды. Вид здесь потрясающий, поэтому если вы любите уединение, зеленую территорию, то этот вариант для вас. Он очень крутой. И я вам немножко завидую, что вы здесь будете жить. Касаемо стройки, ее здесь плохо слышно. Заканчиваются эти уже проекты, они здесь давно ведутся. Поэтому, я думаю, конец 19-го, начало 20-го эту виллу вообще обязательно надо рассматривать. Все, на этом все. С вами был Лев с компанией Бабцумы. Пока.